Бау, всем привет, топчики, с вами Димон Про. Сегодня будет первая часть проекта Психопат Хант 2 в Майнкрафте. Я решил сделать, ну, я планирую пару частей по этому проекту, но они выйдут, если, конечно, разработчик сам будет обновлять игру и будет расширять карту. Если будет расширять карту, то на этот случай будут выходить некоторые части. Ну что же, начинаем. Это как раз дворик мистера, то есть психопат Ханта. Это типа выход наружу. Но из-за того, что я... Из-за того, что, конечно, мы не можем увидеть полный дворик, пока что мы только довествуем... Ну, то есть у нас только пока что-то это деревья, короче, камни. Пока что это то, что мы видели. И освещение добавил. Ну что же, давайте же мы войдем в дом. Так, только забыл кое-что поставить. Так, плиту. Вот сам дом. Вот так. Ванная, где тут штаны и рубашка. Стиральная машина, туалет, ванна и раковина. Вот так оно все выглядит тут. Это часы. Это у нас ящички. Чья-то комната, походу, комната как раз психопата. Шкафчик, ну, вот так. Короче, вы будете смотреть, я буду вам показывать, а вы наблюдаете за этим. Без моего голоса. Запертая дверь, телек, заколоченные окна, диванчик. Пианино. Подвальчик у нас такой вот. Это, если что, электрощиток. Это шины, если что. Это типа как раз пол такой деревянный, но мне еще пришлось с ковром его поставить тут, потому что, ну, понимаете, почему. Вот поэтому вот не могу доски поставить. Это кресло, если что. Ну, это все. Пока что имеется. Ну, по крайней мере, вот такой вот дом. Мне на постройку ушло где-то 3 дня.
Так, ну что ж, выйдем, я вам покажу полноценный домик. Ну, эту, да, это дом. Ну да, со стороны оно выглядит так корявенько. Но это, по крайней мере, то, что есть. Думаю, в игре будет концовка, где мы сбежим через гараж. Но пока что за гаражом лишь кирпичная стена. Вот так. Так что в комментариях не забудьте написать, как вам проект. Понравился по качеству моему или же нет. Но, думаю, в любом случае вам он понравился. Ну что же, пока что мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.